Хейо, гайз, с вами Шимикита, The Banging of Isaac Attributes, плюс в прошлой серии немножко не повезло, и мы потохли. Да. Сегодня мы сыграем с вами за Азазель на харде. Довольно хороший персонаж, но долгая задержка при стрельбе. У нас есть карта фулл, поэтому мы можем халявно заходить в шипастую комнату. Почему? Если у нас есть полет, и мы зайдем в шипастую комнату... Так, это гриб, скорость... Передвижение рейнджа. А, минус рейндж? Окей, я понял, херовый гриб. Мы можем зайти с вами, вот, допустим, в комнату. Первый сразу сундук, и нам повезло. Заходим, фул. Всё. Почему жизни у нас не отнялись? Потому что у нас полет. Так, это у нас... Что за херь? Это боб. Это фигня. Ладно, реролим, делай это все. Реролл, реролл. Золотая комнатка, что здесь? Телепорт 02. Фигня. Не, с одной стороны хороший, ну как бы, такое. Плюс 20% дамага при попадании, но у нас не слезы, а сера. То это у нас не работает. У нас работают те вещи, которые именно... Эх ты ж, ёлки-палки. Бомба, которая взрывается и разделяется еще на мелкие бомбы. Круто. Ну да, и плюс 5 бомб. Нужно искать что-то жестче. Либо урон нам нужно найти. Да, вы скажете, о, так у тебя так много урона, но... Для Зазеля это... Такой среднячок. Нам нужно больше дамага. Больше урона. Желательно нужно нам слеза контроля. Если мы ее найдем, это будет жесткая имба. Во-первых, у нас не будет задержки. Урон понизится до 2 с чем-то. Но! Тупой телепорт. Но дамага будет жесткий, потому что он будет постоянный. Ну, в дальнейшем мы все равно будем с вами искать вещи на урон, поэтому. Святая водичка при нанесении нам урона, водичка вытечет. Будет лужа. Такой себе средний предмет. Вот та комната. И... Комната неизвестности. Что это? Токсинблад? Просто оранжа. Фигня. Дамаг, пожалуйста, дамаг. Дайте мне дамага. Пожалуйста, больше дамага. Если что, может быть, запись остановлю. Чтобы не тратить просто время. Пульт. Превращает нас в другого персонажа, 50%, что мы можем стать лостом. Нас превратило в наше. Прикольно. Крест плюс дамаг плюс хп. Нужно больше дамага, мне нужно больше дамага, ё-моё. Хотя, блин, нужно было оставить. У нас же там этот идет как бы. Хп. Блин, давайте, ладно, если... Через 5 реролов, это лавс, это такая вот херь. Если, короче, нам не везет еще 6 комнат, то я уже буду останавливаю запись и буду искать таблетосины. Что за таблетка, локап, херня дальше. Одна комната, вторая комната. А ну что здесь? Рок. Мы просто бегаем и все. 3, 4, 5, 6. Ладно, давай я сейчас... А, у меня бомб нету точно. Блин, я не знаю, не хочу как-то останавливать запись, но это очень долгий будет процесс, я думаю, в поиске вот этой сраной комнаты золотой. Вообще теперь они не появляются, что за бред. Ну ладно, давайте, короче, надежду на тебя. Светящая муха. Световая муха, ё-моё. Ладно, давайте я остановлю запись, там продолжим. Закончу запись, потом начну снова. Окей, золотая комната есть... Опять дерьмо. Блин, короче, давайте я лучше не буду останавливать запись. Она хотя бы идет. Да, она идет. Это хорошо. Ладно, не буду останавливать. Если что, я лучше уже потом обрежу. Так, это у нас отравленный урон, да? Это отравленный урон. Такой себе. Пушка. Идеальный предмет для лоса, потому что у лоса вообще нету хп. То есть, одно попадание, ты труп. Пушка. Стреляем. Большая слеза.
Минус все хп. Отлично. Шприц. Минус передвижение. На самом деле это очень дерьмовый предмет. Он хорош только если собирать наркомана. Повязки. Когда у нас создается пол красного сердца, нам дается одно синее сердце. Работает один раз комната. Если мы умираем, мы получаем синенького мальчика. Синего Айзека. Мертвый Айзек. Это прикольный предмет, но он очень трудный. Потому что, допустим, вы атакуете, вот кокулька появляется через 3 секунды, отравляет комнату, наносит немножко дамага, но он бесконечный. То есть у нас, считайте, бесконечный запас бомб. Лады, что у нас дальше? Золотая комната. Очки. Находит секретные комнаты. Тоже прикольный предмет. Не нужно тратить бомбы. Ну как находит? Раскапывает. Кирка. При активации ее ломает все, что попадет. Хороший предмет, но такой себе по сути. Положи, что это активка. Так, хп, дамаг, да? И это просто бантик. Это отравляющие слезы. Окей. Будем next искать. Скажите, игроки вообще бывает же просто ходят и ищут рандомно. Зачем ты вот этой херней маешься и постоянно реролишь? Хотите вина? Надо... Знаете, как сказать? Лучше не спешить, а немного подождать, чтобы все получилось. Орбиталки. Так, это орбиталка херово, то что она идет вот до стены и будет просто вокруг стены это все делать. Такой себе предмет. Бритва, ту, которую мы подняли, да, для подмышек, все такое. Для лица. В принципе, предмет хороший. Когда враг до нее касается, у врага идет кровотечение. Я не знаю, может им наносится по одному урону. Это шанс того, что при выстреле появятся паучки, но так как у нас, опять же, повторюсь, не слезы, а сером, у нас это не работает. Дамаг. Окей, давайте так. Любой дамаг я иду. О боже. Окаменейте. Ура! Мамашкин лифчик. Спектральные слезы. Херня полная. Полная херня на этом. Персонажи, может быть, это отличный на других, но херня на этом. Вы только что сами видели, какая у меня сера атака. Ладно, и что у нас следующий? Давай. Золотуху, ну! О! Так, это дамаг. Все. Плюс один дамаг. В смысле? Бля, это адреналин. Черт, это не то, сука. Цыка. Я думал, это фиолетовый. Малыш. Слезы удваиваются, но малыш двигается постоянно, поэтому это тяжело использовать. Знаете, такое мини-описание предметов. Орбиталка. Атак флай. Красная муха. Так мы. 40 дамага, синяя муха 20 дамага дает. Так, что здесь? Каска. Может... А, нет, это другая каска. Оно, когда мы заходим, оно находит секретки, но не открывает именно к ним проход. Slow Effect. Не помню точно, как он работает, но он создает паучков. Вот, все, идем. Все, теперь можно идти. Наконец-то. Хоть что-то. Хоть что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Ну, конечно, лучше грибок. Ой, это еще Excel. Этаж. Так, еще шанс есть то, что здесь будет дерьмо. Тролль-бомбы. Да, наносится урон. Появляются тролль-бомбы, которые могут и нам нанести урон. А при этом, если они нам нанесут же урон, что будет правильно? Появятся еще тролль-бомбы. Больше тролль-бомбов. Почему бы нет? Так, это... Excel, да. Это значит, сейчас будут два сразу босса. Поэтому нужно подготовиться.
Зато мы нашли все наши... То, что нам нужно. Это немного нам сэкономит время прохождения. Так, что за карточка? Сан. А, то не тот босс, который мне нужен. Есть шанс, что из этих какашечек выпадет пол сердца, сердце. Ну, как красное, так и синее сердце. Пожалуйста, давай нормальное сердце. Спасибочки. Так, может и выпасть. Монетка, ключ. Монетка, видите? Есть некоторые предметы, которые улучшают шанс на то, что что-то выпадет. В основном это серебряная капулька. Поехали. Донги, донги, донги. Ну, вы сами видите, как враг выпиливается. Минус. Крепко. Так, стрельба это хорошо, черное сердце плюс. Эх, монстр, дружище ты мой. Не знаю, чтоб он давал урон. Так, у нас красное сердце есть. О, Бисмен Бэйби. Идеально. Скорость атаки. Идеально. Почему бы нет? Ах, ты ж ёма. Не-не-не, я не хочу делать. Давайте лучше на райскую комнату попытаемся. Я ж вам еще ни разу ее не показывал. Да что нам еще ни разу не падало? Так, заходим обратно. Так, ладно, давайте, короче, сюда зайдем. Зря карту потратил. Зря. Ладно, дайте хотя бы монету. Идеальность. Я хочу монеты, чтобы потратить их на этом. Скажите, я вам скажу. На пополнение автоматом. Больше монет и ключики, да, нужны тоже, спасибо. Какухи! Осторожно! Ну, вы видите сами, что Азазель, в принципе, имбовый перс. И я думаю, навряд ли кто-то поспорит. Да, с ним меньше комбинаций, чем с Сайзиком, но... Перс отличный. Ой, самый персонаж, которого я ненавижу. Из-за вот этого, вот из-за этого, во! Моя же бомба нанесла мне урон. О, дамаг. Thanks. Монстр, который... В золотую комнату не зашел. Блядь, я в золотую комнату не зашел. Ладно. Ладно, не беда. Ну хорошо. Ничего расстраивать. Во! Вот, вот это нормально было. Только знаете, какая проблема? Умри, тварь, умри. Ебучий тролль бомбы. Они меня просто убивают. Они меня убивают. Самый херовый. Я просто его взял, чтобы, знаете, предмет был у меня как бы подобран и активен. Тупые твари. Давайте, пополняем на 40. 75% того, что еще будет адская комната. А, не, райская, все. Фу. Может быть, откроется, там предметы бесплатные. Но если мы сейчас возьмем адский предмет. Камушек. Хотя. Не, я возьму лучше камень. Он, если что, светит нам этим. Хорошие камни, если они есть. Такой подмигивает. Такой, знаете, глазом. Чик-чик. Так, грибы можно взрывать. Первое, они могут нанести нам урон, во втором случае они могут нам дать. Отличные очень предметы. В основном там падают грибы. Как бы это ни странно звучало, да?
Ага, сейчас я бы снова пошел на босса и забыл бы то, что я золотую комнату не нашел, и сейчас бы еще снова сгорел повторно. Может, мне как... Не-не. Мне нужен камешек. Мне ваше это дерьмо не нужно больше. Давайте тогда дальше пойдем по прямой. Тихо. Ё-моё. Это что, Excel? Нет, показалось. А почему я сказал Excel? А, я подумал, что я второй это. Золотой комнат нашел точно. Ну, почему это я сказал? Ой, спасибочки. Это из райской комнаты. Это три синих сердца. Thanks. Ой, это хорошо. Кстати, немного еще живу. Да, можно тогда идти. По пути зайдем с вами тогда в магазин. Я закину еще эти две монеты. И погнали. Так, что же может нам выпасть такого ценного из босса? Если это будет чаби, то там только один предмет. Это чаби. Так, подождите. Да, все, запись идет. 11 минут. Запись уже. Плюс, если не считать то, что я останавливал запись. Умирай, дружище мой, умирай, умирай. Молодец. Где райская, сука, комната? 75%, райской комнаты нету. Мой пердачок. У меня сейчас опять адская откроется, блядь. Почему адская открывается? Она мне не всралась. Так, это голова метателя. Идите вы с тролль-бомбами. Малой, отстань. Сейчас возьму тебя, взорву, блин. О, дамаг. Отлично. Отлично, отлично, отлично. 10 дамага, это хорошо. Вот эти вот мухи для меня опасны. Это хорошо, что я сейчас маленький, у меня рейнджа более длиннее стала. Тупые бомбы. Что это? Принцесс. The Heart Pistols. Нога. Умри. Не хочу просто к нему подходить, еще, блин, ко мне подойдет, взорвется и еще урон нанесет. Так, ну... О-о-о! А, вон это что значит? У меня камешек. Отлично. Я подумал, это который мне показывает, а это оказывается... Так, окей, тогда ищем магазин, заполняем автомат. О, Кейн, здорово. Не ожидал я тебя увидеть здесь, приятель. Тихо. Бомба. Так, я могу, в принципе, уже купить три предмета. За 15. На-на-на-на-на-на-на. Мы заполняем автомат. Конечно, если сейчас автомат же сразу же не сломается. Это тоже такой есть моментик. Так, на арену я не пойду. Вижу смысл. 62 монеты. Может, есть вариант того, что может выпасть... У нас очечки. То есть, монеты это... Монеты это у нас урон. Батареечка. Давайте я, короче, быстрее буду его заполнять сзади. Так, отлично. Все, сломался. Так, это у нас какой деп. Окей, я тогда лучше ставлю монетки. Ух ты, а золотую я не... А, не, находил, находил, все. Я там веночек нашел.
Он будет постоянно на месте прыгать. Вот, видите, пока я в камне. Это типа бах, не знаю. Ничего. О, скорость атаки плюс 3 сердца рандомных. Конечно, мне ж повезло, мне все красные. Я не уверен, что будет хорошая комната, ребят. Берем дамаг и нахер с ним, все. Я не хочу мучиться. 75% у меня открывается адское. 50% открывается адское. Что за херь? Я лучше вот так вот. Туклап. Двойная бомбка. Дамаг. Жесткий дамаг. 400 дамага. А там нихера, в смысле, дойти. А, жри. Так, 3 на 3 бомба взрывается. 3 на 3, окей. Здоров, здоровяк. Он же прыгнул, точняк. Ого, ого, там невидимый. Ого, ого. Ага, 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 ага. Твари, идите в жопу. Так. Библиотека-то может быть. Это библиотека. В кубочках нет. Даже здесь нет книг. Так, у меня есть два ключа. Много бомб. Много бомб и два ключа. Хорошо, я еще не нашел золотую комнату, точно. Я еще не нашел магазин, точно. Рущий боб. При получении дамага боб срет. Опана. А что я нашел? Я нашел хороший камень. Я нашел хороший камень. Я нашел дохера монета. Потому что у меня хороший камень. Рукаве. Это отлично, это отлично, это отлично. Привет, пока. Магаз, побежали. Так, ну первым делом, конечно, я буду закупать то, что... А, это попактивный. Ладно, плевать. Так, два предмета в золотой комнате. Ладно. Ой, вот это так отвратный предмет. При получении дамага в сердце у нас отнимается. С вами этот. Ну как, не отнимается, нас телепортирует в рандомное место. Это такое дерьмо. Лучше его не подбирать. Ай! Ай-яй-яй. Ай-яй. Ай-яй-яй. Окей, зато у меня есть монеты. Сейчас купим то, что там лежит. Это... Different BFF. А почему бы нет? Так, и купим еще ключик. Кто золотой ключ, там больше дропается предметов у нас с сундука. Так, лады. Сразу моментально убили. Делаем все красиво, все отлично. Отлично, что у нас есть? Пилюля. Магничит вещи. Больше процент на красные сердца. Если бы носились с вами красные сердца, может быть, я этого понял. Красным сердцем мы с вами не носим. Блин, плохо. Плохо, плохо, очень плохо. Спасибо за сердца. Спасибо за монеты. Так, отлично. Босс Раш. Беру молоко. Иду на босс Раш. Так, первый это магнит. В основном тут все дерьмо. Но что нас интересует, это сам босс Раш. Я беру и поехали.
Ладно, у меня полету можно забыть о проблемах. Притягивает пикапы. Это будет очень долго, ребят. Очень долго битва. Очень-очень. Вот это отвратный враг. Из-за его способностей. Стрелять вот такими лучами сраными. Спасибо, конечно, за монеты. О, какашки, какашки. Ты из какашки вылупился, ты, уродец. С отравленным дерьмом. Угу. Вер тебе. Так, некромант, вот давай власть. Ты что, еще одного вызвал? Ой, ты черт! Вот этот вот большой, ладно, его напоследок оставлю. Ой, нет, ладно, его первым делом убьем. Так уж и быть, ты показал свою мощь. Так, где мой этот? Еще один даун. Да уйди ж ты с... Как вы мне... Блин, он задамажил мне тварь! Он задамажил бомбы! Бомбы уйдите вон! Блин, я сейчас сдохну еще так. Ладят еще этих мелких, ё-моё. Я понимаю, конечно, да, что это круто, прикольно, модно, молодежно, но это сложно. Ой, так. Это враг в приоритете. Он стреляет из глаз, это в первую очередь. Поэтому его лучше убить. Первым. Ну, жалко, да, конечно, я уже того убил. Он стреляет вот так, серой, и из глаз по бокам. Это тоже... Бывает стреляет серой, бывает в основном стреляет из своего рта тремя снарядами. Так, монстра, я с тобой потом разберусь. Нужно ангела убить. Первый ангел готово. Есть вторая форма ангела. Это сейчас была первая. Чуть не попал. Вторая более сложная из-за количества атак. Так, здесь приоритете вот этот, из-за вот этой вот атаки. Он может ускорять, вот. Я его ненавижу. Всей душой ненавижу. Чаби, ты уже много их создал. Давай. Давай, я видел тебя здесь. Ты еще попрыгун, ё-моё. Посоздавали мне здесь этих, поспавнили твари. Теперь шимики разбирайся. Так, здесь в приоритете будут вот эти двое. Так. Здесь в основном то, что он атакует огнем и спамит вот этих прыгунов. В основном атаки у него простые. Но есть вторая форма, когда он взрывает вот так вот. Надеюсь, я выживу. Вот я действительно надеюсь. Когда ты умер? Как же вы меня задолбали? Верите? Да, ё-моё, как ты меня задолбал, приятель мой. Отъебись от меня, пожалуйста.
Ай, блядь. Кажись, я умираю. ДХЛ. Гвоздик. Он. Отлично. Зато у меня предмет есть, который защищает меня от урона. На одну комнату. Ну, один раз, короче, попадание. Она защищает. Ладно, блин. Вот это сейчас очень плохо. Ай-яй. Очень-очень. Это не страшно. Это не очень-то страшно. Да, попытаемся как-то вытянуть. Я думаю. Попытаемся. Потому что это Азазелька щит. А, это у нас 3 только хп считать, если так. На 8, если будет. Но у нас есть один огромный плюс. Мы можем делать вот так. Сейчас покажу. Заходим. Дамага нам не наносится. И выходим. Все. А, смысл мне уже от этих. Мне бы... Блин, нужно хорошие камни, короче, искать. Пытаться. Так. Блин. А, я могу открывать их. Мне не страшно. Мне не страшно, я могу открывать. Клапс. Так, синее сердце оно и есть. Комп немного, поэтому взрываем. Да, бомб у меня много. 3 сердца, 4 хп в сумме. От этих может сейчас ничего и не остаться, поэтому нужно заранее стрелять. Так, ищем хорошие камни. Если нет, то большие взрываем. Так, хорошо. Так, окей. Отравляющие слезы берем. Отравляющие слезы — это хорошо, мы люк нашли. Пойдемте тогда в эту сторону. Так, мне телепортнуло на 2 комнаты. Больше сердец берем. Так, вижу сразу хороший камень. Давайте я ему все, короче, дам, что у меня есть. Пускай мне артефакт выдаст хотя бы. Спасибо. Опа-на, если я не ошибаюсь, в книге она моментально убивает врага. И это очень-очень хорошо. Блин, он... А, точнее, у меня же этот... Защита. Ой, защита спала. Да, красные сердца падают, однако это не то, что мне нужно. Ладно, идемте вниз. Зато, что у нас есть? 5 сердец в сумме. Если брать щит, то 6. Плюс у нас... Постоянно это, считайте, сердце. Мы нашли люк. У нас с вами книга. Книга довольно отличный предмет. Тем, что он моментально, если я не ошибаюсь, повторю, в книге. Моментально убивает того черта. Поэтому мы сразу его убьем. Без всяких хлопот. Просто зайдем туда, нажмем книгу, и он труп. Моментально? Моментально. Также работай на мамке, на сердце. Если да, мне ничего не дало, значит это он. Это та книга, которая мне нужна. Извини, чел, я летаю. Ах ты, зараза. Я не помню, что вот это его синяя хер делает. Кажется, замедляет. Так, плюс дамаг. Плюс много сделок. Mm-hmm.
Давайте возьму порошок. Больше ничего брать не буду. Что делает порошок? Делаем круг. Урон. Я просто в дальнейшем больше не буду его брать. Никогда. Поэтому взял сейчас. Maze Curse of the Maze. Я не помню, что он дает. Но это скорее всего... Так, хорошо, сердце, отлично. Черт. Из вот этих есть вероятность, что выпадет, ну, из белых, сундучок. Золотой. А он падает золотой. Так, один из проклятий, ключик. Сердца есть, сердец здесь. А то полетели отсюда. Ох, сколько слезочек. Отлично. Сейчас я продемонстрирую моментальную смерть. Если, конечно, мы его еще должны найти. Ты что, хочешь умереть? На, иди сюда. На. Смотри, вот он я, видишь? Молодец, умер. Они бывают разрываются и пуляют в разные стороны слезки свои. Ну, именно канат. Спасибо. А, я в тупике, оказывается. Сколько, три раза, да, ты мне дернула? Отлично, next. Повторяемся? А, может, меня наоборот спасают. Вот против вот этого, вот это единственный почти враг. А не, это даже сказать можно... Ну да, это единственный враг, который я не знаю тактики. Как его избежать, вот этого... Бить от стенки. О, где рука? Скелета? Рука скелета? Необычная рука. Пентаграмма в пентаграмме, в пентаграмма внутри пентаграммы. Ништяк. А да, я не туда шел. Черт. Черт, сколько вас. Бляха, муха. Не хочу, не хочу. Жить еще хочу. А если я ошибся в книге, ребята, это будет жестко. Блин. Надеюсь, я не ошибся в книге. Ладно. Нихера, куда меня ты пыхнула? Нихера, куда ты меня ты пыхнула? Окей. Заходим, пробегаем. Мне плевать на них. Вы надоели мои бомбы трогать. До свидос. Чу! Вы надоели! Я могу дать отсюда выйти! Твари! Твари! Бля. У меня бомб столько нету. Надоели. Смотрите, они даже не могут ко мне притянуться, потому что радиуса не хватает. Все, да, это так, Ника. Моментальное убийство. Не-не-не-не-не, спасибо. Я мог бы дальше спуститься в следующий уровень сложности. Вот. Но я не выжил. Если даже я эту книгу использую на боссе, а я умру автоматом. Это ГГ. Unlock Эйдена. Т.
Сердце побеждено, еще осталось 9 раз убить сердце. Ура! Да уж. Так, ладно, что у нас теперь есть? Во-первых, мы можем юзать моды. Да? Да. Так, запись идет. Я продемонстрирую вам это, как вы... А, вот, видите? Я вот это... Rush выполнил и выполнил херню. Эйден, мы можем сохранить за него лишь один разик. Так, ладно, Айзек. Я вам покажу. Все, теперь мы можем делать, как вы видите, мод. Разноцветные теперь у нас эти херовинки. Потом улучшение адской комнаты. Ну, типа в адских комнату вход и вход в райскую комнату. Теперь есть, видите, описание сверху. Ну, как бы я все равно знаю описание, но если кто-то вдруг там мало ли не знал, то вот. Ладно. Как-то так. Следующий у нас, скорее всего, будет это челлендж-забег. Дальше будем разбирать. А, точно. Смотрите, все. Мы убили сердце, нажимаем буковку Ё, консоль открыта. Теперь мы можем выдавать себе все, что угодно. Любые айтемы. Поэтому, скорее всего, скоро будут выходить всякие гайды. Про предметы, их описание, углубление в их действий и все таком духе. Различные боссы, туда тоже можно вызывать боссов. Все, короче, можно делать, все. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до встречи, друзья. Всем пока. Yeah.